Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения – роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. До 7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно. Наш череп состоит из 29 различных костей. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км в час. Сердце человека перекачивает 182 миллиона литров крови за свою жизнь. Зародыш приобретает отпечатки пальцев в возрасте от 3 месяцев. Женские сердца бьются быстрее, чем мужские. Человек по имени Чарльз Осборн икал в течение 68 лет. Праворукие люди живут в среднем на 9 лет дольше, чем левши. Примерно 2/3 людей наклоняют голову вправо, когда целуются. Человек забывает 90% своих снов. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека примерно 100 тысяч километров. К концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации. 80% тепла человеческого тела уходит из головы. Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже. В теле человека работает не менее 700 ферментов. Люди – единственные существа, которые спят на спине. В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. Уникальные отпечатки пальцев, кроме людей, имеют еще и коалы.